месяц назад, что остался человек, решается делать какие-то вещи. Это тоже то, что оставалось от человека. После Иловайска, нам в Петров пришло две рефрижераторные секции со станцией. Мы их разгружали сами, пока вы тут сидели. Мы их разгружали там. Я понимаю, что здесь не так чувствую, какие чувства. Я не пытаюсь на этом играть. Я просто хочу сказать, знаете, это причина, почему я всегда говорю честно. Почему те, кто хотят меня засадить, вот, если тут есть какой-то один порядочный человек среди них, он бы встал бы и сказал бы, что это справа заказная. На самом деле. Ну, не нашлось такого, к сожалению. Я хочу сказать следующее, ваше честь. Знаете, я воспитывался в религиозном мире. Но тогда, в советское время, в синагоге не работал. Фактически не работал. Церковь не работала, христианские синагоги не работали. И моя мама мне рассказывала, когда родила меня в саду, она мне рассказывала, она мне учила о религии через притчи. Что же религия пишется притчей. Я усвоил ряд ценностей определенных, которых я пронес через всю жизнь. Может быть, я где-то, как и все мы, иногда чуть-чуть нарушаем какие-то законы. Я никогда не нарушал закон. А в иудаизме 613. Если христианский принцип есть, то иудаизм 613. Моя репутация стоит на том, что я вытащил из плена лично более 650 человек живых по одной и больной в семье. Я вытащил останки людей, вытащил и захоронил, и мы сделали в Днепропетровске первую украинскую лабораторию, которая идентифицировала останки и родственники со всей Украины, где-то теперь в Днепропетровске идентифицировать останки погибших своих сыновей, мужей и детей. Я хочу сказать следующее, это заключительное. Знаете, человечество, оно начиналось с общины, с примитивной общины. Города. Эти города выстраивали вокруг себя стены. И все это делалось ради двух вещей. Я не смогу это повторять и рассказывать в смысле, который иначе делается. Все это делалось ради двух вещей. То есть люди объединялись в города и строили стены, жертвуя частью своих доходов, частью своих свобод. Ради двух вещей. Ради защиты и справедливости. Поэтому мы в свое время дали защиту.